плане нахуй. Ха, да, друг мой, привет. Это Дава, и я вернулся. Все, многое поменялось, все теперь по-другому. Больше лайва, больше чила, больше свободных мыслей и, самое главное, больше моего личного мнения. Я знаю, тебе это нравится, поэтому я от тебя сейчас жду что? Я от тебя жду огромнейшей поддержки в виде жирного лайка, хорошего объективного комментария, самое главное, подписочки, потому что сегодня где-то в середине этого ролика будут условия, как выиграть вот этот вот рюкзачок. Что в этом рюкзачке, я также расскажу попозже, и как его выиграть тоже. А теперь давайте-ка мы с вами попробуем разобраться. Dark Side Shot 120. Куда? Зачем? И самый главный вопрос для меня, для кого? Давайте поговорим. Давай мы с тобой сейчас попробуем понять главную мысль. Я даже сяду поудобнее, чтобы тебе было удобнее меня слушать. Dark Side Shot. Это такая линеечка новая от компании Dark Side, которая под собой подразумевала что? То, что 30-граммовая пачечка, быстрая забивочка, готовый миксочек, забил, пачечку выкинул, покурил и занялся своими делами. То же самое вышло до шота у компании Daft под названием All In. Правильно? Правильно. Потом также это было у компании Must Have в виде 25-граммовых баночек. И также это было уже потом у Элемента. 30-граммовые пачки. То есть почти у многих производителей есть мини-доза их продукта. Северный, Zenyu, много-много-много-много кто. Но Dark Side. Для кого ты сделал Dark Side Shot 120? Кому, блядь? Главный вопрос. Давайте теперь поговорим на эту тему, потому что именно эта тема мне не дает покоя, и она полностью ломает логику мою. А я считаю, что Dark Side Shot 120 сделанный в первую очередь, наверное, для того, чтобы из кальянщиков, из кальянных мастеров сделать деградантов. Да, именно, деградант с максимальным уровнем лени. Почему? Я тебе сейчас объясню. Смотри, как было раньше. Ты приходишь в заведение, говоришь: слушай, сделай мне дарксайдика, что-то среднее, кислое, ягодное, чуть-чуть цитруса. Правильно? Правильно. Кальянчик берет 3 контейнера, грубо говоря. Берет клюкву, берет Generous Raspberry и берет Skylime или Barvy Orange, допустим. Все это начинает смешивать, да, там что-то мутить, крутить, выравнивать пропорции, выкладывать секторами. То есть он должен быть наметанным кальянщиком, у него должны быть правильные руки и у него должно быть прекрасное понимание того, как создать вкус. Он сложил, все сделал, раскурил, ему понравилось. Он вынес это тебе. Ты покурил, оценил. Говоришь, круто. Почему нет? Да? Согласись. Все вроде правильно, все есть. Есть церемония забивки, есть забивка, есть присутствие мастера, кальянного мастера, кальянщика. И есть конечный результат в виде тебя довольного. Что же сейчас делает компания Dark Side? Если Dark Side Shot, который был в 30-граммовых пачках, понятно, на кого он нацелен. А он нацелен на розничную продажу, на обычных потребителей и, самое главное, для домашнего курения. Но Dark Side Shot 120 это просто никуда не описывается. Это то же самое, что пить текилу не с шота, а с кружки пива. С позорнючей такой кружки пива. Вот Dark Side Shot примерно вот 120 то же самое.
Я не говорю, что продукт говно. Я говорю про банку и про граммаж, фасовку. И вот теперь, как это будет происходить, когда Dark Side Shot закупят Харека, закупят кальянные, да, закупят заведение, потому что это гораздо выгоднее, чем Dark Side Solo вкусы. Нахуя мне покупать три разных вкуса Dark Side Solo, если я могу купить готовый микс, ведь все равно у меня гости чаще всего курят миксы, нежели чем определенный кто-то придет и скажет, забей мне просто клюкву. Такого не бывает. Поэтому дайте-ка я закуплю себе Dark Side Shot'ика как основу. Потому что есть же 120, есть Харека, я это все переложу в другие контейнеры, хотя нахуя в другие? У меня есть уже готовые шайбы, модные, популярные, где все написано, то есть просто буду раскладывать. И тут ты, хотя здесь дело уже не с тобой вообще, ты здесь уже вообще ни при чем. Кальянщику говорят, сделай мне клюкву, малину, Generous Raspberry и что-то цитрусовое. Кальянщик берет столичный бит со своей, блядь, грязной полки, потому что он лентяй, ему не нужно уже мешать. У него есть всего одна банка, чтобы быть великим и могущественным супер папиным миксологом. Он открывает, все это тебе лениво вываливает. Потому что компания Dark Side уже обо всем побеспокоилась. Ставит call-out, бросает три угля, разогревает. И что? Правильно, раскуривает и относит тебе. Деградация, лень, полное отсутствие какой-либо профессиональной деятельности. Какого-либо образования, да, грубо говоря, какого-либо опыта. Банка, щипцы, шило, руки, чашка и все. Кальянная культура, goodbye. Ну, а теперь давай немного о хорошем. У меня есть вот такой вот рюкзачок, ты можешь отдать его своему братишке либо сестренке. И как только кончится карантин и возобновится нормальная учеба, он с этим рюкзачком будет гонять со сменкой на уроки. Ну а ты же будешь довольствоваться чем? Ты будешь довольствоваться крутым снэпбэком от компании Dark Side Shot. У тебя будет куча макулатуры. Также ты получишь себе для развлечения целый пак Dark Side Shot 30-граммового, то есть того самого правильного. Ну, а самое главное, ты получишь вот такую вот заветную коробочку, в которой у нас есть мундштучок для твоей коллекции от компании Dark Side и куча съемных монеточек на каждый день. Твои коллеги в кальянной посчитают тебя супермастером и крутым чуваком. Что нужно сделать, чтобы это выиграть? В принципе, ничего. Нужно написать любой комментарий под этим видео, поставить ему лайк и просто подписаться. И открыть свой профиль, свой канал на YouTube. Подписан ты на меня или не подписан? И победителя мы уже узнаем в следующем моем видео. Так что не прозевай момент, потому что тебе придется мне написать, если ты будешь победителем. А ведь скоро может быть так, что и кальянных мастеров не будут. Зачем они нужны? Будут продаваться полностью готовые кальяны Dark Side. Все, что нужно сделать, это просто нажать кнопочку и вынести его гостям. Нахуя нужны кальянные мастера? Нахуя нужна Burn Community, нахуя нужно прокачаем? Зачем? Ведь можно просто ебенить готовые миксы в чашке и считаться крутым. Теперь давайте подведем итоги всего того, что я говорю. Я к чему все это говорю? Не потому, что Dark Side мне чем-то насолил или что-то еще. Просто здесь ломается логика. Dark Side Shot. Shot это что-то маленькое, что-то такое компактное и очень быстрое. То есть ты тяпнул, забил,
покурил, все. Но 120 грамм Dark Side Shot, ну, просто никуда не лезет. Вообще никуда. То есть непонятно, что это такое. Так что, ребятки, думаю, вы меня поддержите. Я хочу почитать ваши мысли по данному поводу. Думаю, инфоповод я вам дал. И теперь давайте это все обсудим. В комментариях буду вас ждать. Так что Dark Side Shot 120. Продукт хороший, но 120 грамм мне просто вообще, блядь, никуда не залазит. Куда, блядь? Давайте сделаем еще Dark Side Shot, блядь, 500 грамм. 500 грамм. Чисто для хорейки. Чтоб, блядь, уже тотально забивали все и было все окей. Dark Side'у проблем нет, так что не надо нагонять. Самое главное, не обижайтесь. С вами был Дава Дым. Пока-пока.